Музика проти пандемії. Викладач класу фортепіано Заставнівської школи мистецтв Кіцан Віталій та його учні Перепелиця Назар та Пазюк Богдан здобули перемогу на трьох міжнародних онлайн-конкурсах-фестивалях. Здравствуйте, дорогие участники конкурса «Фиесталония». Меня зовут Наталья Бражникова. Я профессор Российской академии музыки имени Гнесиных. Что касается конкурсного показа Назара Перепелицы, то я могу сказать, что это парень безусловной, очень яркой музыкальной одаренности, очень виртуозный, энергетически заряженный, то есть у него очень яркий артистический посыл, и это все слушается и выглядит очень органично, его общение с инструментом и его пребывание именно внутри музыкального произведения. Это замечательно, и я бы с радостью услышала в исполнении Назара, возможно, в каком-то ближайшем конкурсе сочинение венского классика. Я вам желаю всех благ. До встречи. Дорогие участники последнего сезона фестиваля Golden Time, привет вам из солнечного Египта. Поздравляю вас с наступающими праздниками. И хочу сказать, что в последнем сезоне выступали очень-очень сильные участники. Сейчас я перечислю тех, на кого я обратила особое внимание. Богдан Пазюк. Слышна отличная школа, хорошая полифония, виден артистизм, аккуратность, эмоциональность. Богдану очень повезло с преподавателем и с природным талантом. Отлично. Назар Перепелица. Абсолютный мой любимец в этом сезоне, аж дух захватило. Как прекрасно, когда совпадает талант, отношение к занятиям и великолепный преподаватель. В случае Назара это все так и есть. Состоявшийся артист, большое будущее, надеюсь увидеть тебя на высокой сцене. Прекрасно все.